Ребята, всем большой-большой привет. Всем спасибо огромное. Сегодня у нас пирог рыбный праздничный. Вот такое. Несложное приготовление. Вот такая красота. Кому интересно, смотрим, подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Смотрим, как его делать. Ребята, готовим пирог. Пирог замечательный получается. Не затратный, не сложный рецепт. Ну, очень вкусный, с консервой, с рыбой. У нас крошка вот такая. 300 грамм муки, 100 грамм масла, протертое на терку, и пол чайной ложки соли. Добавляем сюда, чтобы замесить тесто, добавляем яйцо. И 2 ложки сметаны. Любой. Замешиваем тесто. Духовка включенная. И замешиваем тесто. Сейчас я его руками на столе. Такое песочное должно быть у нас. Первый коржик. Это вот такое тесто у нас получилось. Такое песочное. И теперь у меня есть форма. Мну, помяла бумагу для выпечки. Ставлю ее потому, что хорошо вытягивает потом из формы. И сюда ставим наше тесто и делаем бортики. Делаем бортики по кругу. Ребята, вот мы сделали такую корзинку. Максимально наверх. Теперь нам надо поделать такие белочкой и дырочки. Потому что будет подниматься. Сейчас мы его отправляем в духовку. По бокам тоже дырочки. И отправляем в духовку минут на 20-200 градусов. Пока наш коржик выпекался, мы подготовили сыр. 170 грамм твердого, 170 грамм моцареллы. И понадобится 2 баночки тунца. Зелень. Желательно лук, но не было. Значит, любая. Вылаживаем на наш коржик уже готовый. Баночку одну рыбки. Одну баночку сюда, и одна будет среди. Равномерно распределяем. Ароматно пахнет. Теперь высыпаем немного зелени, у меня замороженной. Теперь высыпаем моцареллу. Смотрите, какая красота выходит у нас. Вылаживаем вторую баночку сверху.
и разомну на весу. Такой аромат стоит. Распределяю. Такой шикарный, хороший пирог выходит. Так, чтобы покрыла слой сыра. Все равно это очень вкусно. Такой праздничный пирог. Посыпаем тунец. Зелень хорошо можно положить, она не помешает. С рыбкой дружит. И теперь твердым сыром сверху. Ничего, ну что будет там с горками, все сядет, потому что сыр поплавится. Все сядет, бортики у нас нарощенные. А теперь, ребята, готовим заливку. 3 яйца, щепотка соли, перчик. Все это перемешиваем. Хорошо взбиваем. Вливаем сюда 200 грамм или сливки, или молоко. Ну, может, не 200, 150. Перемешиваем. Заливка готова. Духовка у нас включенная стояла. И теперь мы берем и ложечкой аккуратно заливаем наш пирог. Равномерно везде, чтобы попало. Ложечкой так не надо лить, оно потихоньку проходит через рыбку, через сыр. Заливаем до конца. Смотрим, чтобы через верх не пошло. И ставим в духовку. Минут на 15. Наш пирог готов. Испекся, запекся сыр. Песочное тесто внизу. И в середине рыба. Готовьте, ничего сложного нет. Радуйте своих родных и близких. Всем приятного аппетита. Пока-пока.